Самый быстрый, самый резкий. А Гномели и Спас или Аниксия? Аниксия. Вообще Аниксия норм. Аниксия может переворачивать стол. Вернее, даже не то, что переворачивать, просто как бы темп такой. Доделывать. Если вдруг что-то начинает идти не так, Аниксия помогает. 123 Аниксия. Гномели 100. Спараклык 97. Самая худшая. Шестерка. Да. Шестерка. Четверка, пускай будет. 9 жизней, правда, тоже после двух шестерок хорошо, но не, ладно. Тройка просто лучше. А, почтовый гриф. Ну, можно взять тройку. Хорошо. Двойка хорошая. Спернозуб. Ностальгический гном. Качественный. Сквернозуб или паучий клубок? Это, кстати, вопрос. Так, паучий клубок 95. Ну да, повыше, чем сквернозуб. Сквернозуб 84. Согласен. Тиранозаврик, тиранозаврик. Ох. Раз зверь, два зверь, три зверь. Зверей не так много. Мне кажется, наблюдатель мифов... А хрен его знает. Наблюдатель мифов 101, гарпунная пушка 94. Ну да, ладно, давайте наблюдатель мифов возьмем. Мерзотень... За тень. Механизм в руке. Ну, механизм в руке, конечно, нифига у нас нет. Не будет механизм в руке. В целом все карты так себе. Значит. Взрывная ловушка 44. Щелкун 61. Дерзкая налетчица 52. Итак, значит, еще разочек. 44, 52, 61. Теперь вопрос. Ну, смотрите. Значит, в битве худших карт дерзкая налетчица или взрывная ловушка, так как у меня нет оружия сейчас, я 100% предпочту взрывную ловушку. Почему? Потому что, в принципе, двойки у меня есть. Вот. И 2-3, которые ничего не делает, мне она не нужна. А вот ловушка, она сейчас в первую очередь будет, так как никто не ожидает взрывную ловушку, и ожидают другие ловушки, то будут вокруг них обыгрывать, и за счет этого мне даст дополнительное какое-то преимущество, ну и просто как бы урон в лицо, мне как будто бы приятней. Но вопрос, лучше ли это, чем щелкун? И, честно говоря, мне кажется, нет, не лучше, потому что щелкун в любом случае единица. А единица это всегда хорошо для охотника. Да, давай. Я возьму щелкуна. Наблюдатель мифов номер 2. Типа они одинаковые по стоимости, но наблюдатель мифов я очень уважаю. Маскирующий транспорт, торгов кристаллами не... О, здесь интересный выбор. Две четверки. Голем матрешка хорошо, протодракон хорошо. Протодракон по умолчанию лучше. 87 голем матрешка. Протодракон 92. Но это более цепкое за стол. Мне как будто бы не так нужен, типа, рандомный дракон, как мне нужен что-то за стол зацепиться, потому что у меня наблюдатель мифов есть. Два штуки.
Мне кажется, я голем матрешку возьму здесь. Ну, типа плененный мерзотень. Плененный мерзотень, 84. Оружейник из Лунасвета, 83. Коварная подмена, 63. Но, как по мне, это немного недооцененный секрет. Как по мне, он хорошо играет. Лучше ли плененный мерзотень, чем коварная подмена? Ну, наверное, да, типа, плененный мерзотень супер хороша для того, чтобы занять стол. Да, давайте. Брелок скоробей, брелок скоробей. Ну, ладно, хорошо. Здесь точно не сладкий шквал, потому что он особо охотнику не нужен. Давай загробника еще одного. Блин, еще одного загробника или Юрки Змеи в этот раз? Не, я возьму, наверное, Юрки Змеи. У меня многовато уже. Многовато, не, мне старт важней. Тарантул, светский медведь. Ну, вообще, у меня нет пятерок, поэтому как бы тарантул, да и неплох. Этот будет двух бафать, скорее всего, всегда. Вот у меня еще нечисть, правда, есть, но все равно. А хотя у меня еще и щелкун есть. Экзотический тарантул сейчас как будто бы слишком медленный и вообще мало пользы с него. Не нравится мне экзотический тарантул. Ну, прям как такая тир-1 карта. На мой взгляд, так себе. Я светского медведя лучше предпочту. Ну, здесь оружие. Все тир-1 карты, все плюс-минус такие равные. Ну, нормальные. Вообще, у меня как бы, ну, наверное, я ловчего, да, возьму? Больно много у меня хрипов. Давайте. Таких приятных хрипов. Ну, не буду даже высокогривого брать, хотя он самый лучший. Я коварную подмену возьму. Я считаю, что это самая лучшая карта. Ох, выбор. Ну, наверное, дистанционное управление. 99, ара 86. Ну да, давайте, я лучше управление возьму. Гаргон. Морозная ловушка, так как рыцари смерти сейчас не так много. Гром на гранде лучше, чем ворк. Явно. Давайте гром возьмем. Блин, хоть четверку бери, честно говоря. Давайте четверку возьму. Наверное, эктоплазма. Спортзал в джунглях, но такое. 80. Эктоплазма должна быть где-нибудь 83, да? 83 и есть. Ну, чё у меня? У меня за спам существ, зверей конкретно, вот только. Да и по сути-то все. Да, мне не так нужен. Хорошо, такая колода достаточно приятная. Поехали. Начнется охота. Двойка. Кстати, можно даже оставить эту комбинацию. Че хочешь, в принципе, убрать, да, смогу. Ладно. На 9 побед. А почему именно 9 побед? Ну, не знаю, но побед... можно и так сказать, пожалуй. Можно сказать и надеять побед.
За 7. Ну хорошо, у меня много четверок сейчас. На самом деле против друида-то я что-то медленно, конечно, все двигаюсь. Что, какой нафиг выстрел на третий ход? Ну ладно. Окей, здесь у меня матрешка. Сейчас будет. Мне еще вариант, в принципе, искаженного достать. Не, давай матрешку. Я его могу достать, что-то как-то там удариться. Его достать плюс кого-то еще достать, забафать, удариться и снова выйдет, снова забафает. Вот у меня такой план. Но пока план так себе работает. Сейчас бы какого-то ловчего, ребят. Сейчас бы я бы кайфанул с ловчего. Сейчас уже монетку начинаю. Может мне 4-3 ударится. Я вообще не против. Вообще ноль против, ребят. Давай. В это никто не поверит. Такой вот у меня будет ход. Ей. Блин. Ага. Будешь сдаваться? Звучит, как будто бы надо. Можешь куситься 8-1. Нужно покончить с этой порчей. А нет, дружище. Это ж не может быть вообще ничем. Давай так сделаю. Здесь я. Тройки неплохая карта. Все остальное, пожалуй, пас. Без двойки вообще. Блин, охотник на охотник, ну да. Очень нужна двойка. Хорошо, это как будто бы неплохая двойка. Как бы 2-3, или такое 3, но более вероятно, конечно, такое. Я хожу первый, это преимущество.
Ну давай. Не секрет. Он мне хочет показать не секрет. Ловушки, понял. Давай, звери. Ну, я не против был бы, если бы он какой-нибудь 3-4 там достал. Условного. Ладно, хорошо. Ни хрена не делаем. Это его личная ловушка. Ну, скорее всего, ну, либо 3-3, либо. Миллион тысяч секретов. Ну ладно, хорошо, просто секрет как будто бы не так уж страшно. Да, эти ловушки титанов, типа, очень высоко ценятся, но я не знаю, я не уверен, что это прям должно так высоко цениться. Окей. Просто тупо сидит. Еха. Страшно? Ну так. Особо. Что? Скрытый смысл. Ну, по всей видимости, там коварная подмена. Остается-то только она. Пока же даже не понимаю, что я буду делать сейчас. Хотя, типа, над одним секретом она очень долго думала, что, видимо, это что-то плохое у него. Возможно, это какая-нибудь ловушка для крыс. Не знаю. Окей. Да, как скажешь. Да, как скажешь. 7 урона мне прямо сейчас не особо идут. Да, поэтому давай-ка я, наверное, лучше так сделаю. Окей. Так.
Вообще, в идеале мне накинуть маскирующий транспорт и вот на него, и закинуть ловчую. Если не получится, то может какая-то пятерка будет плюс единица, не знаю. Четверка, тройка, шестерка, единица. Четверка, единица, да, наверное. Я в целом не против. Кстати, жалко, что ты не ударился. Так, и что, мы делаем реально вот так? Или мы делаем так? Давай сначала все же вот это накину. Нормально. Разбирайся, дружище, разбирайся. Особо не забалуешь, как мне кажется. Вот этот персонаж кого-то достает. Что тоже неплохо. Да, две тройки достать не круто. Как бы это более-менее нормально сейчас убрать, но ты не в такой позиции, чтобы убирать сейчас 1-5. Вот. Ты будешь забороть мне, тираннозавра. Ты убиваешь мне его, тебе это не помогает. Ну а о чем мы речь? Хорошая игра. Я сдаюсь. Рексар и Малфурион. Динарий приведет меня к победе. Да начнется охота. Ничего не интересно. Здравствуй, Денис. Что-то лучше-то особо не стало. Если ничего не достанет, то да, ладно, достану мифа. Двойку эту. Ну, типа, сделаю его 3-4, 2-4 уже как бы нормально. Нормально, уже терпимо. Это неприятно, кстати. Блин, а это, кстати, вообще хрен знает, что делать теперь. А, окей. Но все равно неприятно. У него следующая уже тройка. Давай. Охренеть, ему проперло существом. Клянусь, я это видел. Блин, офигеть, ему проперло существом в такой ситуации. А как бы я ничего особо не сделаю. Запускаю берег. Потому что я... Специально избран Близзардами, чтобы вот у меня работало, а у других нет.
Ну ладно, если серьезно, то... Если серьезно, то... Вот здесь вот пост, в котором все объяснено. Ну хорошо, все ты могу, я как-то, если что, за спам брать. Вот. Ладно. Если серьезно, все в лицо. А. Угу, понял. Понял, ребят. Хорошо. Значит. Начнем с тебя. Сюда. Да давай сразу и сделаю, наверное. Ну да. Я, конечно, могу подтормозить там что-то, да, и оставить его для комбинации какой-нибудь. Но ну его нафиг. Два дыхания снов. Вот это, кстати, проблема, что два дыхания снов, конечно. Ладно. Здравствуй, Юрген. Я могу убрать легко. Эта рука лучше настоящей. Теперь не могу убрать. Не, ну ладно, я это уберу. Да либо хрен с тобой. Не, ладно, я должен это убрать. А сюда кусаться будешь? Не будет. В это никто не поверит. Ну как бы я тоже резко могу в лицо ему сходить. Прям супер резко. Давай показывай, что у тебя там будет. Не работает, дружище. Извиняй, но не очень работает. А я тебе сейчас могу нанести. Это у меня 4 на 4. 16, 16, 17, 17, 19. У меня летал. Да.
Вообще у меня пишет качество отличное на ютубе. Вроде ничего не должно притормаживать. Так, двойка. Ну давай, ладно, хорошо, тебя, наверное, мы уберем. В принципе, тебя нормально оставить. Ладно, давай всего оставим, значит. Семерка дорого. Надо резко убирать его. В это никто не поверит. У меня уже 4-4 там будет. А достану его, будет уже 5-4. А потом можно будет, если что, и так сделать. Кто знает, как пишется Зиношари? Есть кто-нибудь? Да не, давай. Пять. С удовольствием двойку кину, если что, если он останется. Ладно. Симпризима. Хорошо. Как-то так. Ну как бы у меня крепкий стол. Для пятого хода это очень все сильно. Блин, вот это, конечно, редкостный хрень. Да, ребят, редкостная хрень, это она. Я пасую пока. На это есть много причин. Дело даже не в ловушке. В первую очередь. Так. Удар сюда. Можно этим. Давай, ладно, я семерку сделаю. Можно двумя удариться в целом. Конечно, отстой редкостный, ребят, но ладно. Что поделать? Больно. Мне. Ну да, именно как бы поэтому я отстой. Ожидалось, что он мне что-нибудь представит. Ну хорошо.
в одиночку. Тонечку будем еще что-то доставать. Сейчас 4-3 выстрел. Ну это нормально, да, потому что в любом случае... Ой, ты такую ошибку сейчас сделал. Ты всю игру сидел, обыграл вокруг морозной ловушки. И в самый важный момент ты просто берешь и на нее напарываешься. Ты песос. Ладно, хорошо. Здесь, очевидно, разбиваться надо. Такие все персонажи. Ну ладно. Я охочусь в одиночку. Время уехи. Нет, не уехал. Три-три. Блин. Ну ладно, да, хорошо. Когда уже как бы сделал ход, понял, что там вообще же было бы все супер чудесно. Ну ладно, окей, ничего страшного, ничего страшного. Как бы стол есть. Окей. Неприятно. Может мне так убрать? Я, кстати, не расстроюсь. Так убрать. Четырех, ребят. Если что, забафанный будет изгой. Ну чё, кровопийца Гул'дан меня беспокоит. Да, все остальное, ну так. Знает, как пишется Зиношари. Есть... Остальное не сильно меня беспокоит. Сейчас Кантя уехать должна быть. Топливо для печи, ну, такое. Больше нет, чем да. Такой уже и убирает. Ну ладно, я могу это убрать. В таком случае я давай тебя уберу. Что заранее так не сделать? Ну, да, ну ладно, хорошо. Хотя как, ну как бы этот просто был получил, да, дополнительные характеристики. Там. Хорошо. Это сработало, ребят. Ничего себе. Давай, Гул'дан, кровопийц. Ты чувствуешь? Это ерунда. Не, ну как бы, ладно, хорошо. Надо уехать какой-то, ну да.
Неплохая у них. А еще одна такая же у тебя будет? Есть еще одна такая. Ну хорошо. Тогда чудесно, дружище, тогда чудесно. Тогда устраивает. Ай, просто выстрел покажет. Семь собаки выйдут на следующий ход. Ну как бы божественные щиты у меня. Да, все равно неплохо восстанавливается. 9. Сефин Сул. А, ну хотя ладно, да. Здесь как бы какая разница. Здесь у него же вообще мало карт уже, да? Жестко. Должен защитить природу. Да начнется охота. Два, три, четыре. Ну. Нравится? Блин, ну ладно, давай так оставим даже. Вот лучше бы химеру забахал. Класс. Ну пока так. И химера, скорее всего, на следующий ход будет. А вот дальше. Ладно, здесь может быть какая-то двойка. Ага. Вот такая вот двойка может быть. Поехали. Качественная, я считаю. А далее и химера может выйти. Ее сразу забафают. Ай. Да, вот это слишком хороший ход для него. Ладно. Если я демоном уберу его, я буду рад. Так тоже можно. Нельзя оставлять друиду, много существ на столе.
Это что ты мне хочешь такое показать? Дракон, понял. Окей. Так. Ну, могу ты подобирать карт? Ну, давай, хорошо. Убираем карт. Натиск какой-то. Чё ты мне этот натиск даёшь? Шо, давай. Не, ну да, ладно. На самом деле, надо было сюда накидывать. Я просто думал, что, может быть, я как-то его разменяю. Но зачем? Не очень понятно. Начнется охота. Ничего не интересно. А, охотник кайфовый, ребят. Ну просто 5-0 уже идем как-то. Ничего вообще не напрягались. Ну, да. Одни наслаждения. А мне проще тебя достать. Двойка была на следующий ход. А, бочка обезьян норм. Аудиоусилитель... Не, давай, бочка обезьян. Ну, такой себе, ребят, этот ход, честно вам скажу. А, может быть, конечно, очень неплохой, если там прям идеальные карты пойдут. Правильно, давай, еще 10 раз сделай. Я охочусь в одиночку. Ладно. Так, я сначала выставлю как можно больше существ. А потом их вместе все забафаем. План такой. Хорошо, я еще раз ударю. Никси, честно говоря, мне кажется, наблюдатели мифов... Да вообще просто морозную ловушку взять. Не, я второго наблюдателя возьму. Так, хорошо.
Так. Ну чё, мне желательно как бы каждый ход ему стрелять в лицо. Ладно, здесь я могу пропустить. Ну да, в лицо хочется стрелять. Ты там стреляешь. Если попаду в лицо, будет замечательно. Попаду в него, будет тоже хорошо. 2-1 самое плохое. Не попади в 2-1. Попади куда угодно, в другое место. Попади в 2-5. Да, жадный смаг, это, ну, это прям плохо, ребят. Ты начинаешь, отдаешь монетку для максимума, ну и камон. Ну зачем ты так делаешь? Это полная глупость. Да, он глупости проиграл, ребят. Никогда максимумом нельзя злоупотреблять. Максимум — это карта, которую нужно начинать там где-то на ход на 6. Вот. Даже были такие даже партии, где вот прям ощущалось, что как будто бы идеально ты делаешь максимум в начале там на 3 ход. Ну то есть что-то кинул, как-то ты еще там за стол сражаешься. На 4 ход ты там кинул, что у тебя все еще как бы есть преимущество даже на столе. Вот. Ну, по крайней мере, преимущества у противника нет никакого. Но при этом все равно проигрываешь, потому что понимаешь, что именно то, что ты теряешь в темпе, тебе в какой-то момент... Просто у противника в какой-то момент находится существо, которое ты не можешь убрать. И он уже потихоньку-потихоньку не отдает тебе игру. Давай, я, наверное, с тебя начну. В это никто не поверит! Угу. Если что, я могу его убрать. Самое печальное, если будет монетка плюс вот этот персонаж. А это будет самое печальное. Но в целом, ладно. Ну да, монетка. Не надо. Не надо мне такого же пока. Ну да. Ну конечно же. Куда? Кто? Что ж ты еще там выйти-то можешь? Что же еще выйти? Ну? Такая, ну ладно, монетку он отдал. Как бы сказать, что у него там сильные преимущества, ну, наверное, нет. Сейчас он, если мне его оставит, то в целом у меня неплохо все. Хотя вряд ли он меня оставит, потому что куда ему еще биться. Ну, в идеале, чтобы мне, конечно, в лицо бы ударился, но мы не верим в это. Так не бывает. Так не будет никак. Угу. Thank you.
Хорошо, давай пока что так и сделаем. Идеальная карта вот в идеальный момент, ребят. И как-то уже ситуация у меня не очень хорошая. Может, больше ничего не делать. Шляпа это, в принципе, похоже на ничего не делать. Так, дракон у нее есть, мы теперь знаем. Так, мне бы что-нибудь, что-нибудь бы достать с двойкой. Хорошо. В это никто не поверит. Что, давай так. Пускай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, и этот у него звери, все у него звери. Плохо. Я охочусь в одиночку. Да что толку мне с него? Возьму тебя. Тут мне, в принципе, слов, чем сейчас сыграть, хоть как-то на стол вернуться. Ну, здесь я поход проиграл. Дедлик, ну это типа окей. Окей. Да как будто бы тоже тебя надо брать. Чем мне этот клип? Ну как бы он мне теоретически меня может оставить в игре на ходик, но... В это никто не поверит. Чё-то как-то так себе. В это никто не поверит. Ага, ну очередность так себе. Ну ладно. И это вообще ужасная очередность получилась. О, это, кстати, он мне 50 шанс дает. Прям шанс. Тебя брать. Раз-два. Походу, да. Давай куда-нибудь пучка. Бля. Плюс 6 в лицо мне. Ну, если он делает выстрел, я, скорее всего, проиграю. У меня оба наблюдатели мифов уже ушли. Надо было оставаться. Ну да. Как бы, конечно, такое получилось. Идеальная карта в идеальный момент. Рексар и Джайна. Джайна, 1-2.
1, 2, 3 даже. 1, 2, 3 меня устраивает. Ну, пускай. Неплохой у тебя старт. Единицу бы жаль какого-нибудь. Хорошо идешь. Жестко идет. Жестко. Хорошо, давай так. Как тут тепло. Давай так. И это клинок? Бляха, муха. Но это поражение прям сразу. Это почти что сразу поражение. Четверка сделаю, да? Давай. Не, ну да. Учитывая, что у него сколько у него дэмэджа в руке. Я здесь уже ни хрена ничего не светит. Просто тупо не светит. Здравствуй, Стил. Да, просто в лицо. Вот ты знаешь. Так. Четыре один два. Начнем с тебя. Шо? Хорошо. А сейчас появится. Ой. Ой. Ну, выстрел, если сделаете, я сдамся. Бессмысленный ход, конечно, с его стороны. Просто максимально тупой. Но, правда, я и так все равно ничего не сделал. Реально, вот прям максимально тупой ход. Мне же и натиск, и лайфстил, и все это уместить в 8 ман, но это так не бывает. Там тупо победила пятерка.
хорошо зашла. Так, четверку уберем. Это, наверное, еще. Ну, давай, две тройки оставим. Какие-нибудь единицы найдем. Класс, 1-2. 1-2 устраивает. Ну, сейчас делай, что хочешь. Наверное, просто медленно мерзотень достать. Нет какой-то необходимости жесткой. Так, ну это достаточно мертвая карта против рыцарь смерти. Ну ладно. Легко оружие. Еще другую двойку достать. Слишком холодно. Пожалуйста, что раз убрал, два убрал. Меня устраивает. Можно натиск еще сделать, конечно. Только нафиг он мне нужен. Я хочусь в одиночку. Давай раз. Ладно, так лучше. Будет печально, если я потеряю 3-2 сейчас. Бесплатная расшифровка сообщений в чате у вас, ребят. Ну, арена не работает. Ну, как видишь, у меня работает. Опять она супер заходит. Она так супер заходит, конечно, просто жесть. Жесть, 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 жесть. Ладно. Ладно, хорошо. Ай. Просто сейчас сколько он характеристик убрал? 5-2 плюс что-то там. Больно. Писец больно. Все, я проиграл. Да. Все вообще идеально у чела зашло. Ну как, ладно, это не то чтобы идеально, это как бы в никуда же тоже. Манна. Ну, типа... Ладно, я достану фризу. Как нарезать? Здесь написано. Как зайти? Не, ну ладно, я могу объяснить. Разберешь, создаешь другой аккаунт. Вот это, кстати, нормально. Freezing Trap сработал. Ну, типа, не ожидают рыцари смерти Freezing Trap. Поэтому такой вот ее выход вполне неожиданный. Ну, может, его же достать.
Хотя я думаю, что как бы даже если он достанет его, ребят, это все равно для меня уже не хороший ход. Но я думаю, что, конечно же, мне найдется более лучший. Не. Кстати, для меня сладко. Окей. Ну, слушайте, вот конкретно приход Добора и за ним Тираннозаврика мне дает шансы, потому что у меня следующий ход будет. И как бы, и десятый ход у меня будет. И за счет этих двух ходов я могу и занять стол очень хорошо. Понятненько. Ну так, ну так. А тут как будто бы в любом случае лечится. Опять, ладно, хорошо, это не то чтобы супер для меня печально. Только печально будет, если в лицо сейчас полетит. Ну, это, кстати, тоже довольно фаршиво, конечно. Ну, ладно. Никуда много лечения ушло. Выбираешь меня Никси, да, тоже. Ну ладно. Давай, нужно что-нибудь. Еще 3-2. Можно? Не, ну да, давай, хорошо, я еще их его раскручу. Да, неплохо как получилось. Только не АОЕ. 3-4, хорошо. 3-4 не очень приятно, ну ладно. Пора танцевать, ну слушайте, это я игнорирую. К сожалению, не могу игнорировать. Это не проигнорировать. Так, хорошо, сначала так сделаю. Хотя, наверное, даже и нормально. Нет, ладно.
Сначала я сделаю так. Дракончик, блин. Вильямов не было же у меня на прошлый ход. Не было. Ну типа разницы-то особо никакой. Я принимаю вызов. Поехали. Не вижу другого пути. Просто не вижу. Сейчас мы где-нибудь еще там какой-то урон ему нанесем. Условные 3. И можно будет надеяться, что мы с обилки его добьем. Здравствуй, Декстер. Ну, допустим. Что дальше? Тоже допустим. Бля. Гоп 6-3. Блин, ну а это я уже вряд ли выиграю. Редкостный отстой, конечно, получился. Итак. Блин, ну надо было, конечно, не кидать. Ну, что делать? Так. Попадает в лицо, я побеждаю. У меня 4-3 будет с перерождением. Любопытно. Давай, не надо лечиться, дружище. Не лечись. Не лечись. Я, в общем-то, из-за этого и бафал, чтобы максимально большое по характеристикам существо было. Чтобы непонятно было, как с ним разбираться. Здравствуй, Артём. Так, окей, хорошо, ты меня его убиваешь. Ну, а я тебе 4 наношу. Если вот он сейчас попадет ему в лицо, это будет прям мега здорово. Кайф, ты победил. Боже, как же изи. Неправильный, этот, неправильное применение там того же самого. Гроула. Да. 12 лечения в никуда. Даже не 12, а 15. Лира. Будь начеку. Да начнется охота. Так, хорошо. С морозной, а так хорошо.
это лучше. Я заползу тебе в ботинок. Да нет, будет правильнее. Ладно. Короче, мы надеемся, что он останется с Калем. Ну, если не останется, ну что делать? В любом случае, скрюч транспорт там как-нибудь куда-нибудь полетит. Плюс вариант 3-2. Вот если актуален. Ой, не говори, что у тебя 2-3-2. Бля. Ну это жесть, это ГГ. Это практически ГГ сразу. Ну ладно, может не ГГ. В это никто не поверит. Я охочусь в одиночку. Бэк очень много дает. Ну, ему надо обязательно сейчас 2-4 убирать. Ну, конечно, набрал зелье себе. Два зелья. Нет, ну ладно, хорошо, одно зелье. Полтора зелья. А уехал на 2? Нет, ну он бы выбрал бы сразу, а уехал на 2. Окей, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Карт уже 0. Мне мега сейчас нужны какие-то хорошие топ-деки. Блин, рэкет дурацкий. Ну хорошо, а рэкет я, видимо, проиграю сейчас. Если он ничего не будет больше делать, то в целом я наношу ему сейчас 9 урона, и, ну, шансы остаются. Плохое замышление. Я тоже. Здесь ни хрена не понятно, что мне с ним делать. О, тиранозаврик. Тиранозаврик — это очень хорошая карта. Да, это прям отличный топ-дек. Ну, не, конечно, не 9 нанес, но 7 тоже хорошо. Такой ситуации. Ну, в целом сейчас шестерку плюс шестерка выстрел, да? Идеально шестерку достать. Какую-нибудь. Ну, ладно, здесь у него будет, видимо, долгий ход. Курс на распродажу. Снова оно.
Да хватит уже рэкетов ты миллион тысяч играть. Просто похватит, чел. Понял. О, это потрясающе. Даже хрен с тобой. Ну да, найс. Два замечательных топ-дека. Даже не два, даже, наверное, три, учитывая 1-4. Время искать. Да, даже несмотря на то, что мега заходит роги, ну типа три рэкета, которые рэкеты настолько хорошие карты, да, в такой позиции. Два торгаша под областью. Даже несмотря на все это, мои топ-деки его перебивают. Это мало беспокоит меня. Я сдаю. Ну, я даже не знаю, что тебе нужно. Тебе нужно было лечиться обязательно. Ну, как бы тут еще вот. Хорошо. 8 побед. Два, три, четыре. Четыре? Нет, не хочу четверку. Два, три пускай будет. Возможно, четверка будет через. Через монетку. Я повышаю. Ты сбрасываешь. Ну ладно, я все равно четверку поставлю. Ну так себе, отличный старт противником. Да, как будто бы мерзотень уже нифига не тир один карта. Счет какая-то она больно медленная. Ну, 1-2 ты достанешь, 2-3 ты мне... Ну, кстати, 2-3 убрать, это такое. Такое непонятное. Хорошо. Ага-га. Ну ладно. Так. Подым. Зверь за ноль. Сойдет зверь за ноль, кстати. Я на следующий ход буду делать 2-3.
Жаль, зверь не забафает. Так бы я сделал раз-два. Да? Прыгающий котик, внимание, внимание. Три, два, фальстарт. А я хочу 4-4, правильно? Да, пожалуйста. В это никто не поверит. Пускай. Отстой. Ух, отстой. Ладно. Похоже, я проиграл здесь. Я вообще никак не угрожаю ему. И да. Просто тупо не угрожаю. У меня все время мира есть для того, чтобы какие угодно карты достать. Сейчас он восьмерка какая-нибудь пойдет. На натиск надеялся. Не получилось натиск. На натиск за единицу надеяться вообще. Насколько это целесообразно? Ну, по идее, так. Не так много существ с натиском-то все же. Нет, проиграть можно и когда у тебя 30 здоровья. Что-то мне только пусть, кстати. Хорошо, давай так я сделаю. Если будет АУЕ, то сначала они, все их хрипы сработают, потом вот этот хрип сработает. Ну, это его лего лично, и как бы, ну, ладно. Я не то чтобы и сильно против. Значит, у меня нет кровавого Гул'дана. Ну что, тройку давай кидай. Угу. Может, тройку?
А, у тебя такой есть. Не, ну тройку ты кинешь. Все. Так, ну такое. Хорошо. Очко у меня десятка. Не, ну может быть 4-6. Может быть, может быть. Какая-то неожиданная 4-6, вполне себе. Кстати, ну хотя хрен его знает. Да не, давай Никси. Кто знает, как пишется Зиношари? Есть кто-нибудь? Нужен какой-то, какая-то АУЕК нужна? Учитывая, как долго он выбирает, по ощущениям у него не АУЕХа. Меня! Выбери меня! Ну, это АУЕХа. Это писец у тебя? Да, ладно, хорошо. Хотя бы так. Хотя бы так, ребят. Так. Здесь хрипов у меня особо нету. Нормально. 16 заход. Может отдать 6 маны для того, чтобы сбить мне неуязвимость с Аниксии. Какой-нибудь Сайфен Соул закинуть. Но это будет не самое сильное. Ну то есть в любом случае он получит 8 урона. А у меня как бы 14, то есть у него останется 6. Hellfire. Ну, Hellfire интереснее. Как будто бы. Сайфен Соул. Нет? Будет Сайфен Соул, хорошо. Ну, я... Ну, не могу тебя убить, да? Не могу, но я очень близко. Да... Какой-то не классический нынешний варлок, демонов у него практически не было. Когда видишь вот такую вот легу,
которая просто чистит стол. Тут как-то сразу расслабляешься, уже ничего тебя особо не напрягает. Годфри так высоко вроде, но... Не воспринимается это как лего. В нынешних реалиях. Рексар! И... Рексар! Я слышал зов природы. Да начнется охота! Давай. Змея. Про Годфри. Который два урона наносит, и если кого-то убивает, повторяет. Не, не хочу открываться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, если сейчас он мне не убьет резко его, то в таком он плохом сейчас положении будет, что просто жуть. Не, просто необходимо убивать, мне сейчас один-один грифа имеется в виду. О, дружище, дружище. Ты встрял. Ты тупо встрял. Шум. Давай пока так сделаем. Мне не так важно. Я в любом случае ару, наверное, да, еще сделаю. Здесь мне уже как бы неплохо бы его разменять. Я подменяю. Ну вот это надо было на самом деле сначала сделать. Да. Я точно должен был сделать его сначала. Ком. Устраивает пятый ход меня. Сейчас мы шестерку сделаем. А потом уже и... Ну может быть, ладно, может быть семерку еще. Но темп у меня отличный. Как бы, когда ты, типа, лучшую карту, то есть древнюю исследовательницу, играешь на третий ход. И при этом это прям очень-очень плохой ход. Одновременно. Ну такое. Вообще, ну такое. Да давай. Переехал. По-другому не назовешь. О! Спасибо, Тимми Стример, за рейдки. Мы здесь 10-ю победу организовываем.
Рексар! И... Рексар! Да начнется охота! Охотник здесь я! Так, ну чё, 1, 2, 3. В принципе, меня всё устраивает. Поехали. Охотник на охотник. Ну ладно. Ну, конечно, можно было бы наблюдателей мифов, а потом двойку бы сделать, но что-то хрен его знает. Мне проще сделать гарпунную пушку через монетку, да, иметь такую возможность. Чтобы достать какого-то там зверя. Удешевленного. Угу. Ну... Ладно, давай я так сделаем. Удешевленный зверь, ребят. Шум. А мы тройку сделаем. Хорошо, пускай будет брелок скоробей. Он за ноль, мы сделаем раз ноль и ледокрыло. И поймешь, что тебе это нужно. Можно, конечно, так сделать. Чтобы его максимально забафать. Но нет, эта жадность нафиг нужна. Нафиг нужна эта жадность, ребят. Не надо, не надо. О, это отличная карта. Я не особо верю в то, что у меня останется 2-4. Но все равно ему придется поднапрячься, чтобы его убрать. Скорее всего. Скорее всего, за мной останется стол. Ну, то есть, хотя бы 4-4 останется. Может, мой 4-4 против его 1-1. Скорее всего, именно будет так. Нет. Хорошо. Ну, ты ладно. Я могу сделать его 5-5. Могу сделать двух 4-4 сразу достать, да? Ну, как бы это неплохо довольно. Да, мне нравится. Хорошо, на следующий ход лоскутные спутники могут быть. И там как бы и летал уже. На горизонте. Ладно. Так. Хорошо. Каковы варианты наши? Ну, допустим. Все равно сделаю так. Что-то супер есть интересное?
Да, все равно с этим ничего не сделаю. Наверное, мне правильнее в лицо, конечно, все это пробить. Давайте в лицо будем бить. У нас есть Хофер. Всегда есть возможность достать двойку эту. Как он называется? Мифов. Что-то там. Наблюдатели. Вот. И да, он там что-то сможет как-то перевернуть. Но нет, здесь уже как бы не работает, потому что провокации нет. Нормально, но с провокацией ничего не делает. Шла провокация. У меня даже весь пол не убирает. Ну да. Даже весь стол не убирает. Понял. Одиннадцатая победа. Ребят, самое время на ютубе лайки прожать. Вне зависимости от того, смотрите вы в записи или онлайн. Поддержать, так сказать, перед финальной битвой. Валера, Валера, верим. Блин, как будто бы... Да. Как будто бы да, ребят. Хорошо. Короче, второй ход, третий ход. А потом все эти умирают. Все они умирают. Короче, Вера Клинков... это карта, которая нас может очень сильно напрячь. В целом, окей. Я не знаю, я не понимаю, почему эту карту так низко оценивают. Вот вообще не понимаю, ребят. Вот карты не должны так низко оценивать. Я подразумеваю Харзарену, и там она оценена 63, как типа тир 3 карта какая-то такая. Ну, я поздравляю тебя, у меня вот такая карта есть. Что? Хотя я теперь могу на него накинуть. И это клинок? У меня есть. Не могу накинуть. Так, 4-4. 4-4. Хорошо, пускай будет маскировка. То есть ты вообще игнорируешь меня, да, по максимуму? Ну, в целом, если пара буконьеров есть, то... Это может сработать. Я, наверное, вот так вот сейчас сделаю. Подождите меня! Подождите меня!
3-2, или 3-2, это так себе. А не, по идее, нормально. Давай. Чисти это все. Моя задача максимальный темп сейчас организовать. Карт подразумевается, что у него, ну, ситуация так себе, и ему надо что-то как-то резко с этим делом менять. Так, я лучше ему в лицо пойду, конечно. Поехали. Заклинание огня мне никак не получи. Ой, иметь. Ну, это... Это ГГ, ребят, походу. Хотя, ладно, не ГГ, но писец это сильно. У меня сейчас что будет? У меня сейчас будет... вот он. Гаргантюа. Гаргантюа. Так, ребят, можно и в принципе под него сыграть. В это никто не поверит. Два. Пожалуй, тебя возьму. Хорошо. А, значит, это жрец, Галакрон-жрец. Галакрон-жрец — это уничтожение одного существа у него будет. Драконом. Короче, там не так много и... Или подожди, или достаточно много. Что-то забываю. У него, по-моему, два есть каких-то уничтожений. Вау! Серьезно! Серьезно! Ты просто берешь сразу стоп-дек и удешевляешь вообще всю руку нахрен. Ну, ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Охренеть. Ну, как будто бы я даже это теоретически смогу. Ну, да, это я помню. Это я помню. Что ты еще сделаешь? Ничего не делает. Больше ничего не делает, это приятно для меня. Это мне нравится. Давай я сначала так сделаю. Я, конечно же, ему в лицо сейчас пойду. Ладно, давай. Хорошо. Ну, типа, пара существ он не может убрать. Может. Мы все ведомы судьбой. Угу. Тоже неплохо. Там что-нибудь, кто-нибудь плюс Глагрон, да, наверное? Лакрон на 3 удешевлен. Ты сколько? 3 раза взывал? 3 раза взывал. Ну, Глакрон убивает 2. У меня остается он. Случайно. Да, хорошо. Да, кем ты еще так бьешься? Хорошо.
Блин, ну как будто бы вот так хочется очень. Да, его замораживать никак. Ладно, хорошо, вот такой будет код. Окей. Ну, это как бы такая карта, которая непонятно, хорошо или нехорошо. Почему не 6-4? Вот сейчас вот не почему не 6-4 или чем? 6-4 не то чтобы прям супер здорово, на самом деле. Ну, во-первых, у меня вот это занимает место. Ну, вот эта штука не выйдет. Поэтому 6-4 как-то, ну, такое. Так. Здесь, конечно, такая ситуация, что... Что, у него есть летельник какой-то? А, у нас такая карта. Что это за карта? Окей, хорошо. Ну, тоже... Ладно. Тоже ладно. Эта рука лучше настоящей! Ладно, тоже окей. Тиранозаврик, это приятно. Хрен с тобой придется. Нет, конечно же, мне сюда придется. Я охочусь в одиночку. Конечно же, я бьюсь так. Я бьюсь так. Вдруг натиск вообще красота будет. Блин, натиск на недостаточный. А чё ты так это сдался, непонятно. Я что-то не очень понял, почему он сдался, что он вдруг увидел в входе в моем. Ну ладно. 12 побед мы получили. Третья двенашка подряд, кстати. Солидный результат.